Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся самыми простыми словами говорить о нашей православной вере. Но с другой стороны, те, кто нас смотрит регулярно, знают, что вопрос о вере, разговор о вере — это не всегда разговор о Боге, а может быть даже вообще разговор не о Боге иногда, а разговор о человеке. Потому что выйти на границу богообщения человек может только тогда, когда он сам себя понимает, сам себя осознает и пребывает в некоторой такой точке максимальной осознанности. И поэтому мы в том числе в наших передачах стараемся говорить о человеке. В этом смысле уже постоянные наши зрители знают мое любимое и, на мой взгляд, самое удачное, по крайней мере, другого пока не встречал, определение того, что есть человек — у Мираба Мамардашвили, который говорил, что человек — это практика собирания себя. Действительно, человек — существо сложное, потому что он сложен из множества простых вещей, которые, в свою очередь, тоже сложны и тоже состоят из множества простых. Вот сегодня вдруг, неожиданно, для вас, я думаю, неожиданно, дорогие наши братья и сестры, захотелось поговорить о человеческом праве. Опять же, не с точки зрения юриспруденции, не с точки зрения законов, хотя, может быть, мы, конечно, этой темы тоже коснемся, а темы человеческого права как философской категории. И говорить мы будем в нашей студии с правоведом, с кандидатом юридических наук, некогда доцентом Самарского университета и, открою завесу тайны, моим личным учителем, когда я учился в семинарии, с Юрием Евгеньевичем Пермяковым. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте, отец Сергей. Юрий Евгеньевич, мы с вами договорились о том, чтобы немножечко для наших зрителей прояснить такую вот ситуацию своего бытования в этом мире через категорию права. Потому что, далеко ходить, 20 век, 21 век — это век какого-то бесконечного отстаивания своих прав, заявления о своих правах и стремления, чтобы эти права были уважаемы, чтобы они были признаны. И человеческая потребность во внимании мира — чтобы мир на меня обратил внимание, и чтобы этот мир меня признал, удовлетворяется через разговор о моих правах. С другой стороны, у нас передача о вере, и мы говорим как два христианина, мы говорим о праве, и в том числе поговорим, я думаю, о праве в контексте богословия, а что вообще нам Евангелие, что нам вообще Библия говорит о праве. Понятно, что правоведение, категория права складываться начала практически, наверное, сразу, как только начало складываться гуманистическое направление философии, где-то там далеко в Греции, вдруг там тогда уже задумавшись о человеке, задумались и о его правах. Некоторого апогея достигнет во время римского права, когда это сложится и до сих пор изучается, потом будет впоследствии лишь уточняться, раскручиваться, развиваться те или иные идеи. Что нам скажет Бог про наши права? Вот это очень интересный вопрос. С какими фундаментальными правами Он нас сюда снабдил, снарядил? И что нам, собственно говоря, с этими правами делать? Мы должны их отстаивать? Или мы их должны, условно говоря, признавая за собой, складывать в какой-нибудь дальний ящик стола? Давайте начнем с этих общих вопросов. Если бы я для вас спросил, вам задал вопрос и попросил бы вас определить, каково оно, это измерение права, человеческое измерение права, с чего оно начинается в человеке? Как вы, как философ, как юрист, как ученый, начали бы отвечать? Хорошая тема, хороший вопрос, хороший собеседник. Спасибо. Что еще нужно в эту погоду? Когда так не хватает солнца, ясности, определенности, может быть, в самых простых вещах. В
Вопрос о праве уместен, когда человек испытывает дискомфорт от неопределенности. Угу. Потому что любая черта, любая граница – это какой-то предел. Угу. Это значит, что до этого предела твоя жизнь была одной. Перейдешь черту – это будет другое. А в пространственных категориях перейти черту, переступить – преступление, понимаете? Угу. Поэтому, не затрагивая, конечно, да, все эти юридические аспекты, мы всегда находимся в правовой ситуации, если мы хотим вписаться в некий контекст. В беседе мы понимаем, что есть законы жанра, да? Угу. И если, например, у всех шутливые настроения, веселые, ну, не надо говорить о вчерашней неприятности, понимаете? Это будет дурной тон. И напротив, когда мы скорбим, а тут кто-то с анекдотом, ну, это тоже неуместно. И мы понимаем, что люди отреагируют на эту неуместность. И вот не случайно язык нам подсказывает, где место праву. Потому что право – это есть некое состояние наших дел, когда все на своем месте, понимаете? Mm-hmm. Когда что-то меняется, и я вижу человека не на своем месте, понимаете? Он руководитель, руководить не может. Что я должен сделать? Я должен поставить его на место. Русское слово «месть» от слова «мести», да, «мстить». То есть не в смысле вот этого кровожадного аспекта, который потом… Око за око. Да. Угу. А «мстить», то есть что делает право? Да оно расставляет все по местам, понимаете? И отсюда принцип справедливости, хотя он тоже… Этот принцип очень многими веками дискредитирован, да, каждому свое. Но вот вам и первая потребность в праве. Я хочу иметь свое. Я хочу, чтобы у меня была моя работа, угу. Мой дом, мои друзья. Я хочу быть, потому что без моего я не смогу состояться. Чтобы мне с вами разговаривать, я должен владеть собственной речью. И вот то отношение, которое складывается между мною и моим, между моим собственным «я» и той предметностью, которой я располагаю, мое тело, да, предметы, которые находятся в моем владении, они все должны мне служить, чтобы я мог общаться с вами, понимаете, сидеть за этим столом, чтобы было освещение. Это тоже все мое. И тогда я имею наглость, угу. Имею претензию подчинять вещи самому себе, понимаете? Это супер идея. Я просто сейчас, просто в качестве такой ремарки, уточняющий, опять же, чтобы нам немножечко возвращаться в контекст разговора о вере. Да. В Евангелии от Иоанна Христос незадолго до своей смерти на кресте молится о своих учениках к Отцу и молится только об одном. Пусть они будут едины, так же, как мы едины с тобой, ведь все твое – мое, а все мое – твое. В это вот сейчас употребление этого притяжательного местоимения «моё» обычно в христианской среде мы как бы, ну, как-то не принято, неловко, стыдно говорить про то, что у меня есть что-то «моё», и я могу это защищать, и я могу это отстаивать, и это я могу заявлять о том, что это «моё». Но сейчас просто удивительная мысль коснулась меня, что через именно определение моего как моего
я могу выйти на уровень понимания, кто есть я. Вот. Я кто, боюсь, что кто, мы сейчас сразу... Кто владелец всеми этими вещами. Я боюсь, что мы сейчас сразу затронем глубины христианской метафизики, толком не разобравшись в том, такое право, понимаете? Угу. Потому что есть одно, что однозначно в христианстве мое, это мое спасение, понимаете? Да, мы об этом договорились чуть позже, по-моему, поговорить. Давайте, Сейчас для начала некие общие вводные... А вводные слова, касаемые права, заключаются в том, что у греков это было в античном мире, есть интерес, в философии это называется онтологические основания, то есть что должно быть, чтобы право состоялось как факт, потому что очень многие выдумки претендуют на то, чтобы состояться, но они остаются выдумками. И тогда вот есть вопрос, такой основательный, философский вопрос. Если мы докажем, что у права есть онтологические основания, бытийственные основания, то тогда нам будет проще не выглядеть романтиками в этом мире, где очень многое происходит совсем не так, как хотелось бы. И я думаю, что без понятия гармония, порядок, соразмерность мы, пожалуй, не сможем раскрыть тему права. А закон самой жизни заключается в том, что если что-то и происходит, оно происходит только в силу соответствия, понимаете? Соответствие двух категорий «моё» и, получается, «не моё». Не обязательно. Не обязательно. Ага. Понимаете, чтобы разжечь костер, я должен поднести спичку. Вещи должны быть, эти вещи должны быть, дрова и спичка рядом. Но бревно не загорится от одной спички, должна быть щепа. Поэтому размеры, они должны соответствовать. Состояние, там дрова сырые не горят, как известно. Если что-то и происходит, оно происходит потому, что что-то чему-то соответствует. Мы с вами говорим на одном языке, и мы понимаем друг друга, и тогда беседа состоится. Наши настроения тоже должны соответствовать друг другу. У нас есть интерес друг к другу. Кстати говоря, латинское слово «интерес», я всегда люблю эти, казалось бы, латинские такие, сбугорные слова переводить на русский язык. «Интересе». Между сущностями. Между сущностями, если одна сущность взаимодействует с другой сущностью, есть интерес. Интерес – это не любопытство. Интерес, когда я понимаю, что вот эта вещь позволит мне состояться. Этот человек позволит мне сказать то, что меня волнует. А почему нужно сказать? Зачем нужно это говорить? Да потому что волнует, потому что ты то вверх, то вниз, ты не находишь места себе. Ты должен определенность какую-то в этом мире завоевать. Ты должен точно знать, что ты, а что не твое. Очень много вещей претендует на то, чтобы быть моими, а они мне не нужны. А мне их навязывают, понимаете? Очень много пустых разговоров, очень много того, что отвлекает от жизни. Поэтому, как я уже сказал, я имею наглость говорить о своем. Я очень часто говорю: «О, нет, это не мое». Прошу прощения. Удивительно, что когда я говорю, что это мое или не мое, у меня всегда возникает вопрос, кто говорит. Классный вопрос. Кто говорит, что вот... И одновременно этот вопрос, а второй вопрос, если я говорю, что, например, вот это моя ручка, означает, что я не ручка. Конечно. Если я говорю, что мои руки,
Это означает, что я не руки. Если я говорю «моя голова, мои мысли», значит, я не мои мысли, не моя голова. И то есть все, к чему могу применить. И нечувственность. Кто остается сувереном? Кто говорит? Более того, я вам скажу, что вы находитесь в оппозиции к самому себе. Потому что как только вот ваша эта вся чувственность и даже ваши мысли начинают претендовать на вас, вы начинаете от этого отказываться. Вам настроение ваше может мешать тому, в чем вы видите смысл. Кстати говоря, вот я, может быть, уже и ответил, может быть, на ваш вопрос, потому что, когда вы говорите о себе, сейчас, боюсь, мы тоже скатимся в такую кромешную философскую метафизику, вы не говорите о себе как таковом. Вы, когда говорите о себе, вы, скорее всего, говорите о том, что для вас имеет смысл. Mm-hmm. А смысл – это значит, что вы понимаете, что есть вещи, к которым вы причастны. Вот смысл – это и есть понимание вашей причастности. И между вами и тем, к кому или к чему вы хотите быть причастными, вдруг непрошенные посредники, да, приходят и говорят, да, «Слушай меня, делай, как я». Вам нужно, простой пример, вам нужна легкая спортивная одежда для того, чтобы выполнять физическую работу, а вам предлагают какой-нибудь сюртук, понимаете, который стесняет ваши движения. И вот тогда вы говорите, это не мое, и это говорит не абстрактное «я», а то в вас, что хочет служить, понимаете? Потому что если вы видите смысл, вы хотите ему подчиниться. Это однозначно. Потому что существование в абсурдном мире, в абсурдной ситуации невозможно. Невозможно. Мы бежим абсурда. Мы не можем там состояться, понимаете? И стремимся, получается, правильно ли я слышу, понимаю, что право – это один из инструментов, которым мы упорядочиваем окружающую действительность. Да. И себя самого, и отношения с миром, с людьми и так далее. Да. Мне нужно, чтобы вот вся эта конструкция, именуемая мною, чтобы эта конструкция была работоспособна, понимаете? Угу. И тогда я пытаюсь застолбить какое-то пространство жизни и не пускаю. Ну, самый банальный, да, никто не должен, да, принуждать меня к тому, чтобы я выражал свое отношение к чему-либо. Угу. Если я не хочу выражать свое отношение, я его не буду. Мало ли почему, у меня есть собственная, да, внутренняя жизнь. У меня есть свой собственный, может быть, внутренний диалог. Опять же, тема собственности, да? А, кстати, тема собственности – это тоже очень… Это, во-первых, правовая категория, как это ни странно. Да-да-да. Вот. И при этом, если говорить о христианской этике, тоже так вот немножечко в качестве ремарки, она же тоже призывает человека в общении с Богом обрести собственный голос. То есть, а где твой голос, который именно твой? Который, вот именно. Где тот... Мне в этом смысле очень нравится фильм, советский старый фильм про девушку взбалмошную, которая попала в какой-то маленький городок, и там учитель астрономии, «Звезда пленительного счастья». Нет. Сейчас не суть, важно название. Там был учитель... Неизвестная звезда, вот что-то, что-то такое, да. Понятно. Безымянная звезда. Безымянная звезда. Да, точно. Безымянная звезда, где был учитель музыки Ури, который сложил прекрасную симфонию, замечательную симфонию, у него огромный оркестр, но ему не хватает английского рожка. И он ищет этот один единственный английский рожок, который бы без него мелодия не складывается. И я вот, мне так этот образ, эта метафора нравится, что я когда поздравляю людей там с днем рождения, я говорю, желаю вам обрести свой внутренний английский рожок и войти во всемирную, всечеловеческую
вот эту вот компанию, в этот оркестр и сыграть свою мелодию, которая mm-hmm. была бы значима, которая всегда значима и всегда уникальна для Вселенной, для Бога и так далее. И вот в этом смысле про собственность, я прошу прощения, перебил, да. собственность, да, да, собственный да. И, голос. Ну, вы понимаете, что вот этот вот рожок, он же имеет ценность, если есть... гармония, mm-hmm. да, созвучие какое-то, да, какой-то музыкальный сюжет, он должен найти свое место, и тогда мы, если чуть-чуть поразмышляем, то окажется, что гармонии пока еще нет без этого рожка, понимаете, симфония не зазвучит. Один раз я спросил одну художницу, я задал ей такой прямой дубовый вопрос, я говорю, ну если все так красиво, зачем это рисовать? Зачем это воспроизводить? И она так очень просто ответила. Она сказала, что без моего усилия эта красота не состоится. То есть, ну, там, может быть, другой был глагол какой-то. То есть, она была уверена, что вот ее участие в этом мироздании имеет эстетическую ценность. Мысль потрясающая, понимаете? Это 18 век, это споры о том, что создан мир, а участие человека в этом благолепии в чем состоит? И тогда Декарт сказал, что если бы вот этот миропорядок был окончательный, и наше участие лишено, да, необходимости, тогда человек лишается возможности добрых дел, понимаете? Угу. Уже добрые дела все сделаны, уже все звучит, и гармония есть в высших сфер, и все прочее. Но вот это вот состояние, что... гармонию еще нужно создать. Угу. Вот это состояние. И отсюда, соответственно, ощущение, безусловно, ощущение кризиса, ощущение рискованности своего бытия. Это очень такой лейтмотив христианской культуры, христианского мироощущения. То есть, да, мы эту гармонию слышим, но она должна прозвучать, и в этом твой голос. В этом значении твоей жизни она должна прозвучать. Угу. Поэтому я прошу прощения. Да. Я прошу прощения, потому что у меня других поводов нет говорить об этом. Хорошо. Поэтому надо иметь притязание, понимаете? Надо иметь притязание заявлять о себе. И заодно уж скажу, что вот с этим ощущением, честно сказать, я не вижу ничего нового в нашем времени. Вот честное слово, то, что существует зло, ну, я и раньше знал, что оно существует, что существует... Ну, люди, которые не подвластны злу, я и раньше знал, что должна быть дистанция, да, между добром и злом. Должна быть. Что изменилось? Да ничего не изменилось. Но ты же чувствуешь себя по-другому. Да, потому что ты устал, потому что ты ослаб, потому что твои силы, да, немножечко расходуются. Может быть, не на то и не там. А вот если бы я задал вопрос такого характера, мне просто интересно, как бы вы на него ответили. Понятно, что ну, у нас есть Федор Михайлович Достоевский, который определил человека в том числе как некоторое поле битвы. Да? То есть это то,
Хотя я не согласен, не совсем согласен с этим определением, что, значит, дьявол с Богом борется, и поле битвы — сердце человеческое. В этом смысле, получается, человек становится таким объектом. Угу. Вот. Либо за него сражаются, либо на его хребте сражаются. Я бы все-таки сказал, что человек в этой битве тоже немаловажную роль играет и вообще участвует. Но означает ли это, что вот эти вот все, что мы сейчас сказали, столь важного, актуального, красивого и в том числе открывающего какую-то вот форточку, открывающего, в которую несется свежий воздух, самопонимание, самосознание, что вот на вот это право тоже есть ряд притязаний? Ну, то есть за эти мои права, какие-то внутренние права, идет битва. То есть бьется Бог с дьяволом, мы можем называть это вот в таких константах. Но можно, например, под дьяволом понять такой внешний мир. Вот каковы, на ваш взгляд, притязания внешнего мира на мое право? Вот в том смысле, как убивается право? Как убивается человеческий поиск этого самого права, собственного голоса и так далее? Очень хороший вопрос, отец Сергей. Я могу сразу ответить сначала, может быть, высоким слогом теории, а потом попроще. Уничтожается субъектность. Mm-hmm. Понимаете? Когда тебе говорят, что эти вещи не здесь решаются, mm-hmm. твоя воля здесь не участвует, что вообще-то тебя нет, ты на самом деле это программа, ты химическая формула, ты совокупность общественных отношений, да? Ты дискурс. Так нету тебя, я-то где? Угу. И вот первое, что делает право, оно признает правосубъектность. Угу. Понимаете? И эта субъектность признается, мне нравится интерпретация вот этой вот субъектности, я у очень древнего философа, у Боэция, прочитал, что такое субъект. Это потрясающе интересно. Мы привыкли думать, что субъект – это некоторое какое-то активное начало, да? Mm-hmm. Вот. Что-то такое пассивное, да? Будь субъектом, будь активным и так далее. Так вот, если по-латински прочитать субъект, это sub, под, act, действие. Это тот, кто подчинен действию. Подлежащий. Свыше, подлежащий действию, понимаете? Mm-hmm. И вот здесь мы говорим уже о нравственных основаниях права. Потому что если я испытываю нравственное долженствование, которое мне говорит: езжай в пункт А и покинь этот пункт Б, угу, то, естественно, да, какой-нибудь кассир в вокзальной кассе, он будет удовлетворять мое право на перемещение, но он ничего не подозревает о том, зачем мне нужно исполнить свое предназначение в том пункте, куда я покупаю билет. Это не его дело. И угу, я буду настаивать на том, чтобы вот это право, да, состоялось. Но оно имеет смысл, конечно же, да, не в горизонтальной плоскости. Был здесь, стал здесь. Нет, просто мне нужно исполнить свое предназначение. Да. Пусть это будет громко, угу, это может быть слишком, угу, даже громко, потому что все гораздо проще. Но там лежит человек, которого я должен посетить. Угу. Он не встает. Вот и все. Много смысла в том, чтобы посетить больного? Да Бог его знает. Но я знаю, что я там должен быть. Поэтому, кстати сказать, по-настоящему нравственное долженствование, оно никогда не аргументировано. Угу. И поэтому у совести нет инстанции, понимаете? И нет советчиков. О, слово «инстанция» возникло. Вот я как раз все про нее хотел поговорить. Мне, вот, на мой взгляд, одна из притязательных сил на наше право, ну, то есть, есть как бы две, наверное, стратегии убийства вот этого самого суверена,
вот этого самого субъекта. С одной стороны, убийство, ну, на самом деле, какое-то такое физическое, то есть посадить в тюрьму или там запретить тебе рядом каких-то репрессивных действий, что бы то ни было делать, куда бы то ни было двигаться. Но мне кажется, в какой-то момент те, которые стоят во главе, у руля, они, ну, то есть поняли, что это не совсем действенный метод. Есть, например, метод, когда мы возьмем и это право делегируем какой-то инстанции. Угу. И тогда оно возьмет под свой контроль, под свое крыло, как будто бы обнимет твое право, но в этих объятиях затрещат твои косточки, твоего собственного субъекта. Юрий Евгеньевич, на сегодня, к сожалению, все. Так мы с вами заговорились, что я даже не заметил, как время эфира подошло к концу, поэтому нам на сегодня надо прощаться. Но в следующий раз, дорогие зрители, мы продолжим столь интересный разговор. И я за сегодняшний разговор очень вас благодарю. Спасибо огромное. Вам спасибо. С вами мы прощаемся. До скорых встреч. Смотрите нас в следующий понедельник, 7:30. Храни Господь.